Концерт в Знамени труда подготовили для 20 ветеранов. Это те, кто сохраняет бодрость не только духа, но и тела. Всего в областном центре живут 236 ветеранов. Не каждый сможет посетить торжественный концерт, но юбилейная медаль в честь 75-летия Победы, ласка и тепло дойдут до каждого, ведь мало мобильных посетят на дому. Пока они живы, пока они с нами, нам нужно как можно больше разговаривать, общаться, какие-то минутки такие танцевальные предусматривать, наверное, чтобы детки могли энергетически почувствовать вот эту преемственность поколения. Мне кажется, это очень важно. Тактильность, энергетика, рассказы, живой опыт, который рядом с нами. Всего участниками торжественных концертов станут 85 ветеранов Великой Отечественной войны. К участию также приглашены члены семей ветеранов, активисты ветеранских советов и волонтеры.